Вот это кто? Суанасы, башня Сюембике, Кулшариф. Десятки достопримечательностей и все на одном плакате. Необычные арт-объекты теперь украшают Кремлевскую набережную, Горкинско-Метевский лес и парк имени Горького. Еще одна возможность отдать дань любви нашему городу, чтобы у людей была возможность не просто погулять там, да, в парках или на набережной, а вот сделать прикольные снимки, потому что у нас же фотомарафон, а это снимки, это классные прикольные фото. Внимание, снимаем! Сегодня фотография на арт-объекте, некая разминка перед масштабным фотомарафоном. А уже в следующее воскресенье такие же стенды появятся на всех избирательных участках. И тогда фотографии на их фоне придут заветным суперпризам. Прийти на выборы, найти на участке яркий стенд, сделать фото на его фоне, разместить снимок в соцсетях с хэштегом «Майдана выборы». Пару манипуляций, и избиратель – участник марафона. Поддерживают такую фотогонку и интернет-блогеры. В свой профиль я выкладываю красивую фотографию Казани, и этот проект – это очередная возможность сказать о любви своей, к своей родине. Например, я мама. Моторы всего мира, да, и мощника. И моя категория – это мамочки в декрете. У вас чтобы они об этом узнали, стоит. Чтобы сколько они же тоже пришли на это мероприятие. От лучшего семейного снимка до оригинального селфи всего 14 номинаций. Лучшие фотографии попадают на сайт конкурса, и уже победители выбирают народным голосованием. Их ждут гаджеты, телевизоры, велосипеды и скутеры. Алина Бережная, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.